Всем привет, с вами Арсений, магазин Тукэмп, и видеообзор зонтика для рыбалки. Идет в удобном вот таком чехле для транспортировки. Есть наплечный ремень с регулировкой на молнии. В комплектации идут колышки различные. Соответственно, сам зонт, который собирается достаточно просто и быстро. У зонтика есть возможность регулировки наклона в нескольких позициях. То есть его можно так установить или просто вертикально. Дальше здесь у нас идет установочная трубка, которая также может регулировать зонтик. На 3 высоты. Поставим сейчас максимальную высоту и зафиксируем. В комплектации также есть и, скажем так, колышек для зонтика, который поможет установить зонтик в нужном вам месте. Также в комплектации идет шторка. Сейчас мы ее и установим. Как видите, у нас и шторка, и зонтик выполнены из теплосохраняющей ткани. То есть даже на знойном солнце у вас внутри зонтика будет достаточно прохладно. В комплектации идет 4 колышка оттяжка. Ну и теперь немножко о размерах зонтика. Высота зонтика на максимальном разложении получается возле входа 150 сантиметров. Диаметр зонтика внутри 180 сантиметров. Можно добавить, что здесь сверху у нас есть вентиляционная клапана, который, несомненно, добавит вам комфорт во время рыбалки. Вот. Понравился зонтик, заказывайте у нас на сайте. Понравилось видео, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Меня зовут Арсений. Рекомендую.